Саша – люблинский хоккеист, его младший брат Миша – пловец, папа Виталий – футболист, а мама Наталья – любительница фитнеса. Они уже победители. Им удалось показать лучший результат в 71-м детском саду и в своем микрорайоне. Но успех на отборочных этапах районного состязания им голову не вскружил. К финалу люблинские готовились. Ну, репетировали немножко. Немножко – это как? Ну, дома мы. Соревнования «Мама, папа, я» – спортивная семья в Одинцовском районе уже многолетняя традиция. Их финал проходит на двух площадках. 17 марта в спортивной школе «Орион» в Хлюпино состязались семьи из поселений, а в спортзале третьей школы встретились одинцовские родители и дети. Одинцовские семьи относятся к здоровому образу очень хорошо, и с каждым годом все больше участников, команд, которые соревнуются в этих состязаниях. Все больше команд выходит на лыжную тропу, участвуют в различных мероприятиях города и области. Рыбалка, готовим обед, скачки, классики, кёрлинг и удержи равновесие. Финал семейного состязания состоял из 6 эстафет. За прохождение каждой можно было заработать от 2 до 5 баллов. Точная цифра зависела от того, как быстро спортсмены справились с заданием. Но не только быстрота – залог успеха. Здесь и спортивная подготовка важна, и все-таки дружба и взаимовыручка в семье, потому что ребенок, конечно же, чуть послабее, и на каких-то этапах соревнования эти доли секунды могут выиграть мамы с папой. Команда Зубковых на соревнованиях не новички. В прошлом году они уже принимали в них участие. Ольга и Алексей говорят, выбора у них не было, все уже было решено. Ребенок пришел и сказал, я вас записал в участие, мама, папа, я, пойдем. Ну, мы пошли. Спорт для Зубковых – привычная стихия. Мама занимается фитнесом и плаванием, папа – легкой атлетикой, а 6-летний Егор – хоккеем. Хорошая подготовка и работа над прошлогодними ошибками принесли закономерный результат. На этот раз Зубковы первые. Упорство и труд – все перетрут. Главное – заниматься спортом. Доказать своей семье, своему ребенку, что мы лучшие. Победители состязаний получили кубки, дипломы, подарочный сертификат от спортивного магазина, ну и, конечно, почетное звание самой спортивной семьи Одинцовского района. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».